Здравствуйте, привет на своем канале, с вами Соги. Сегодня у нас продолжение Need for Speed Most Wanted. Продолжить игру. 24%, кстати, уже прошли. Вот 30 тысяч. Кстати, я не продал Мазду вот эту. Давайте осмотрим. Блин, я и забыл ее продать. Не знаю, пока что пусть будет. Особо она мне не нужна. Супра, ну, кстати, она неплохая. Там Мазда, ну ничего так. Там Мазда ничего так, но мне больше, да, нравится Супра. Я прошел все гоночки, опять же, вне записи. Да, прошел, точнее, да, которые уже были у нас. Подождите, вот эти, да, три гонки, если ошибаюсь, оставались, я вот их и выполнил. Средняя скорость, вот. Все, погнали, боссик у нас Биглу. Два кольца придется с ним. Или у него выиграть, да, лучше правильнее сказать, у него выиграть. У меня тут были вообще проблемы. Ну, а сейчас я расскажу. Смотрим пока. Красиво, красиво. У нас такая машинка уже была, мы такую покупали. На такой мы уже гоняли. Вот. Была у меня проблема с игрой. Я не мог запустить ее, а потом оказалось, что какая-то проблема с сейвом. Я убрал сейв. И она запустилась. Потом вернул сейв, и вроде как все работает. Не знаю, но я тут мучился. Думал, что тут с игрой оказалось. Просто нужно было сейв удалить, потом заново восстановить его. И все и сработало. Не знаю, в чем такая проблема. Но пока что все работает. Кстати, он неплохо. У него неплохая машинка. Она что-то как-то. Может, с моей супра, видите, что-то гоняется. Блин, как он так. Как-то у него этот. У него слишком хорошая машина. Я думал, она послабее будет. Ну, кстати, насколько я помню, даже когда гонщики попадались на вот такой вот машине. В обычных, да, гонках очень хорошо они ездили. То есть у них там неплохая скорость. И все. Хорошая машина, мы как бы ее продали, конечно. Вот, но у нас тоже, да, она была такая неплохой. Его занесло, ребят, очень сильно. Меня тоже. Ну, я на карту смотрел, потому что просто увидел, как его очень сильно занесло. Так, ну нормально пока что. Пока что просто все хорошо. Как сложно вырулить. Так, ну пока что сюда, все хорошо. Биглу. Но он проиграет эту гоночку. И свою машинку. Надеюсь, мы выбьем его тачку. Было бы реально неплохо, потому что мы сможем ее продать. А продать это очень-очень хорошо. Так как у нас появятся еще дополнительные деньги. Опять же, возможно, будем покупать новую машинку или еще что-то. И как бы деньги нам нужны. Деньги нам нужны. Вот, а у нас еще и Mazda есть. Зато мы еще Mazda продадим. Потом еще и Supra продадим. У нас денег будет очень много. Кстати, вот это хороший момент, чтобы купить какую-нибудь тачечку. Но посмотрим, есть ли там что-то хотя бы в этом магазине. И посмотрим еще, какая машина у босса будет. Может там, возможно, Поршек. Я не помню, какой Поршек. Я потому что хочу на Поршеке покататься. Но непонятно пока что, непонятно. Я вот реально не помню, какой босс с Поршеком. Было бы неплохо, потому что я Поршек очень сильно хочу. Так, его снова немножко занесло. Так, подождите. Финиш здесь рядом, да? Нет, еще не рядом. Еще не рядом. Вот тут его занесло в прошлый раз. Нет, он сейчас нормально проехал. Сейчас он нормально проехал. Хорошо то, что нас не занесло. Потому что были бы у нас проблемы. Он очень хорошо сейчас едет. Этот Куроков прям нормально. Держится, конечно, сзади нас очень хорошо и стабильно. Ой. Хорошо, въехал поворот, отлично. Чутка нитро. Ну вот и финиш. Вот и финиш. Надо будет, да, заехать в магазин. Посмотреть, какие тачечки есть. Кольцо еще одно.
Еще одно кольцо. Ну, супер хорошее. Мне нравится. А чё мы так криво стоим? Что это за прикол? Чё мы так криво стали? Ну ладно. Этот, что я хотел... А, да. Надо, хочу какую-то машинку поменять. Супра мне очень нравится. Прям вот она и вы... А чё-то он тоже, кстати, там замедлился. Она чё-то... И три круга. Она и выглядит классно, и едет классно, она мне прям нравится. Но опять же, мы же проходим игру, нам нужно как-то менять машинки, чтобы как бы интересно было бы вам смотреть. Надо хотя бы что-то заменять. Вот опять же, надо еще, ну не знаю, какую тут машинку просто купить. И будет ли у нас что-то в магазине, возможно, ничего в магазине не будет, мы дальше будем на супре кататься. Такое возможно. Либо, кстати, вот на его тачечке. Ну куда он вылез? Возможно, на его тачечке, потому что она что-то неплохая. Хотя сейчас вот она... Как будто вот уже и все. Супре прям проигрывает. Возможно, дальше будем, да, на нашей супре кататься. Возможно, возьмем какую-нибудь Мазду, да, вот босс, опять же, у нас есть в гараже. Либо вот его тачечку. Хотя мы уже на его тачечке катались, да, ну, такой же. Я же покупал в начале игры. Не знаю, тогда не знаю, что тут взять. Ой, он врезался, ребят. Он, там, мне кажется, не то, что машина у него плохая, вполне возможно, что водитель там не очень. Потому что уже не первый раз вижу, как там что-то врезается, как-то, не знаю, отстает. Ну ладно, для нас это только хорошо. Куда-то джип вылез, ладно. Но он просто очень сильно отстал. Ну, опять же, для нас только, только это к лучшему. Это только первый круг, а еще таких... О, первый круг очень долго идет. А еще таких два. Да. Ну, кстати, вот я уже близко финиша, но опять же еще два таких круга. Два. Здесь прям... Неплохие. Ну вот уж и начинаются, да, такие длинные миссии достаточно. Еще раньше у нас примерно столько вообще, в принципе, гонка шла. Сейчас это только один круг. Ну да, неплохо. Сколько тут будем? Где-то 5-6 минут ехать на эту гонку. Опять его занесло, видите, его на том повороте просто выкидывает. Жестко. Вот кто не увидел, можете перемотать назад, посмотреть, как его на радаре просто выкидывает на повороте. Не знаю даже, что ему тут посоветовать. Ну, ничего ему не посоветуешь. Машину надо нормальную было покупать, вот супру. Я могу ему продать. Тут тысяч так 30, может, нам договоримся. Даже сейчас можно поменяться, мне кажется, я даже... Ой, его бы вот на это, если он бы супре гонялся, я бы его победил. Хотя не факт, потому что я супру нормально так втюнил. Но мне кажется, я бы его и так сделал. Потому что все зависит тоже не от машины, понимаете, от водителя. А водитель тут как бы неплох, потому что это я. Как я могу быть плох? Ну, смотрите, он сейчас держится. Сейчас он каким-то образом держится. Да он прям вообще и сокращает. Смотрите, что делает. Вот он и начал, походу. Собрался человек нервничать, все-таки первую гонку проиграл. Нужно хотя бы во второй как-то себе показать. А что вот было бы, да, если вот мы вторую гонку проиграли бы? Ну типа, ничья 1-1. Ну да, нас это не интересует, но как это работает? Третьих штук нет, допов, знаете, каких. Было бы прикольно, кстати, по три гонки, то есть, знаете... Если две победил, все. Если там одну проиграл, одну победил, там третья. Если вот ты, допустим, две проиграл, то тогда просто этот заново снова придется три гонки играть. Пока ты не победишь именно. Было бы, возможно, прикольно и такие битвы с боссом. Хотя, возможно, душноватые. Возможно, было бы душноватые. Ну, это последний, ребят, круг. Ой, последний круг. Каким-то образом вырулил.
Стой. А зачем я здесь не развязал поворот этот? Стой. Здесь же этот поворот неприятный, ну ладно. Вроде как-то. Он все сзади нас едет. Не сдается, парень, не сдается. Ну это правильно, все-таки там какой-то в списке. Этом черному такой хороший гонщик. У него там видели, да, охрана из двух машин. Он тут серьезный парень. Ой, стой. То серьезный парень, ему как бы нужно побеждать. Куда ты, что ты делаешь? Он чуть нас не обогнал, но я там, да, затупил на повороте, но нормально пока что вроде как. Возможно, даже победил. Но он неплох. Но я как бы его вот такое, знаете, мини-уважение появилось даже. Но опять же. Стой, друг, давай без таких вот только приколов. Я знаю, как на финише можем проигрывать, ладно. Все хорошо. Ну, он был свой легкий, честно, босс. Особо тут без каких-либо проблем мы его победили. Жетоны, да, ну давайте второй. Второй жетон. Деньги. Ну и давайте вот. В прошлый раз где машина была? В левом или в правом? Левым была. Сейчас справа будет. Нет, она влево. Ну, я 20 тысяч получил. Нормально. Его машина вполне возможно столько стоила. Барон. Так. О, машина Porsche. Вот Porsche это хорошо. Так, барон, этот парень назвал себя сам. На самом деле он просто богатый. А, понял, так, папик с побережья думает, что его тачка под заказ одна такая в целом свете. Ясное дело, одна такая дрянь за такие деньги больше никому не нужна. Казалось бы, ты ему на тот машина без... Я понял, но его машина классная, я тоже такую хочу. Вот его я хочу, машинку. Барон. Богатый тип. Он выглядит, да, такой, знаете... Богатенький чувачок. Но она выглядит просто отлично. Выглядит просто отлично. Ты так на барона этого намекнул? На барона, что ли, так намекнул? Сколько у нас денег? Давайте посмотрим. Почти 60 тысяч, еще Mazda, еще это Supra. Едем, просто посмотрим. Пока что просто посмотрим, что у нас есть, опять же, перед Поршиком. О, кстати, смотрите этот. Можно попробовать его выполнить. Не знаю, сколько тут нужно ехать. Нет, я так не выполню, да. Там, наверное, больше 200 нужно. Я тут с поворотика так. Так нагло я его не выполняешь. Так, ну давайте посмотрим. Что у нас открылось? Это все мы видели, все вот эти аудюш. Тогда аудюхи след, это что-то. Renault, Mazda. Подождите. А может... Ну нет, ладно, я подумал. Мустанг. А вот Мустанг тоже вроде какого-то босса будет, но я бы его взял, кстати, погонять. Мустанг, он неплох. Мустанг, да? Ой-ой-ой.
Вот это тоже возможно, кстати, неплохой Митсубиши. Угу. Мерседес. Все, да, дальше я еще. Вот его, да, Поршек. Субару, Рикс, Мерс. Ну да, тут дальше. 911, ничего себе. Так, ладно. Вопрос, вот либо вот это взять, либо вот это, она уже и так сильная. И либо вот это, но это придется тюнить. А это уже сильная, то есть тачка. Она уже и так сильная. И просто его затюнить. Но я хочу именно, конечно, вот ее. Мустанг. Хотелось бы фортика. Черный, да, такой мустанг вот сделать. Но мы его в тука денег бухаем, ребята. А вот его... Я бы купил. Погнали. Мустанг, это, конечно, все классно, но мы сейчас только в денег его бухаем и не получим того результата, который нам нужен. А здесь мы сможем его полегче зачунить. И он будет так мощным. Так, нужно посмотреть, знаете что? В гараж идем, посмотрим, насколько он сильный в Супра, чтобы примерно понимать. Угу. То есть, видите, какие нам нужно желтые, вот это вот наша машина, вот это синенькие, то есть нам надо сделать чуть-чуть мощнее вот этой Супры. Возможно, даже Супра я немного оставил бы, вот этот, где она, вот. Продаем 16 тысяч. А сколько Супра стоит? 20-ку стоит Супра. Пока что нам денег хватает, но если что, да, знаем, что Супра есть. Пока что мы затюним без Супры. Также посмотрим просто, чтобы понимать, насколько нам нужно ее тюнить. Ой-ой-ой, ну, кстати, вот она, возможно, будет прям неплоха, мне прям понравится. Ну, погнали сначала сюда. Сначала что? Нужно нитро, закись азота, без этого никак. Кстати, появилась новая закись азота, за 12 тысяч берем. Так, двигатель, я вот думаю взять двигатель, 14 тысяч 26 уже отдали, ускорение дикое. Трансмиссия, так, максимальная... Вот так, где максимальная скорость огромная. Все, кстати, она уже очень сильная. Но у нас деньги закончились. Нужно супер продавать. Вот теперь она прям неплоха. Давайте посмотрим, знаете что? По максимальной скорости как? Она идеальна. Все. Добавляем управляемости немножко. Ускорение даже лучше у нашей. Смотрите, добавляем управляемости немножко вот этой машинке. И все, и просто ее тюним. Супер продаем. Погнали. Чуть-чуть управляемости ей даем. Да, потому что управляемости ей не хватает. Ее сразу, видите, как занесло. Да, у ее про управляемость прям плохая. Я даже не заехал в этот. Погнали. Подвеска, давайте посмотрим, конечно. Ой, 7000, это управляемость немножко дает. Я, кстати, вот подумаю насчет подвески. А возможно, даже и думать не стоит. Так, давайте. Шины. Не могу. Тормоза. За 5000. Так, думаю. Турбонаддув. Да, нужно брать подвеску. 7. И тормоза тогда взять. Все. В принципе, идеально. Просто вот теперь чуть-чуть, знаете, вот сделать ее просто какой-нибудь. Так, вот такое не особо. Вот это возможно. Возможно, что-то выглядит такая серьезная, знаете, аппарат. Возможно. Цвет мне, конечно, я вообще белый не подходит, как будто. Давайте вот этот кузов. Вот этот мне он прикольно, в принципе, нравится. Спойлер. Спойлер, не знаю, возможно, неплохо, но я бы хотел бы что-то вот такое хотел бы на нее. Как будто он здесь покруче. Диски, в принципе, возможно, неплохие. Но я еще попробую сам что-то поискать.
Подожди, это... Где моя мышь? Так, ребят, у меня снова мыши нет в игре. То есть я вижу вот на... мышь на втором мониторе. Я... Оп! А вот она есть, ребят. Есть, 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 всё. Можно размер выбрать. Семнашки. Нет, пусть будет двадцатки, да. Но не знаю, подходит ли... Подходит ли, вот, да, вот, ребята, шины такие. Возможно, кстати. Ну, возможно, да, такой серьезный. Ой-ой-ой, кстати, вот-вот-вот они. Вот они, ребят. Вот они, мне кажется. Я пока что их выбираю. А у меня денег нет. Сколько они стоят? Сколько? Так, подождите. Стандарт. А тут что-то вообще уже. Получается очень огромное. Так, подождите. Это все мы оставим пока что. Оставим. Что не так? А, мышка. Да. Оп. Так, отделку сразу. Покрасим ее. Там уже посмотрим, если останется. Я думаю, вот металлик нужно смотреть. Хочу ли я ее черной видеть? Сзади вот этот бампер. Видите вот это сзади? Что это? Что это? Что это за линия? Вы это видите? Что это такое? Это баг какой-то, типа? Чё это? Вы это видите? Просто полоска какая-то. Потому что черный цвет ей подходит. Черный цвет ей подходит. Что это белое? Так а как я выберу цвет, если там багнутый? О, может надо багфикс какой-то искать. Что это черное? Так, ну я смотрю пока что еще цвет, цвета. Может что-то появится такое прикольное. Желтый такой, золотой больше какой-то. Это все, конечно, весело, а эта штука реально будет просто белая. О, боже. Можно добавить тогда каких-то белых, типа, белые полосы, знаете, чтобы... Белых полос, но они так выглядят плохо. Я вот не знаю, что делать. Я хочу вообще его черным сделать. Черный выглядит очень прикольно, мне нравится прям. Но вот это белое шпал... Что вот это? Покраска диза. Ага. Что? Диски не... Угу. Планировку. Сколько она стоит? Так, где тут темный или как там? Вот черный или темный все-таки? Темный нравится, нравится. Пу-пу-пу, ребят, у нас проблемы. У нас дикая проблема, вот эта белая полоска. А что я могу поделать, ребят? Надо какой-то будет багфикс смотреть, возможно. А это только в этом кузов может такой баганый? А, я понял, это даже не в кузове делаю, прикиньте. А, нет, в кузове. Смотрите, стандартная. Ее уже нету, да, это в кузове проблема. За 5000 вот этот кузов. У меня денег нет, чтобы сейчас кузов поменять. Так как я бы уже поменял вот на этот хотя бы. А, прикинь, какой прикольный кузов. Ну просто вот белая полоска.
Пу-пу-пу, а денег нету. Вот это проблема. Вот в этом проблема. Я слишком поторопился, когда взял этот кузов. Кто знал. Я бы сейчас поменял. Вот этот, возможно, тоже неплох. Какой кузов выбирать тогда? Ну вот этот типа. Ну да. Так, сколько он стоит? 5000 или сколько? 7500 он стоит, еще и больше. Или вот этот за 5? Хм. Но мне больше как будто, возможно, вот этот нравится. Он делает больше объемную машинку. И прикольно как будто выглядит. Так. 7500. Мы сейчас накопим и вернусь я сюда. Я сюда вернусь, чтобы исправить свою ошибку. Блин, уже полчаса прошло, ребята. Так, вот 5000. А либо за 5000 возьмем даже. Не знаю. Так, есть какие-то короткие гонки? Че они все такие? Ну, давайте. Секундомер. Потому что эта белая полоска сейчас так рвенеть будет. Какое просто вот идеальная тачка. Идеальная, но просто белая полоска. Придется исправлять. Придется исправлять. Сейчас мы заработаем немножко. И исправим. Это прям нужно исправлять 100%. Она, кстати, очень прикольная. Но как будто даже быстрее моей супры. Ну, мы ее втюнили, конечно, но вроде... Примерно там такие же это должен быть. Такая же скорость. А не мощнее. Она очень быстрая. Она прям прикольно рулится. Так она мне нравится, ребят. Она мне нравится пока что очень сильно. Не жалею, что я ее купил. Но да, нужно будет менять. И даже купил этот за 5000. Все-таки я подумал, что походу нужно делать ее поменьше. Что вот этот объем и все-таки походу не подходит. Объем, потому что мне не нравится, ребят. Вот даже тут тоже есть этот объем, я из этого взял этот. Потому что такой объем прикольный, но он мне не нравится сейчас, если смотрю. Он мне не нравится. Придется менять. Придется менять. Грустно, ребят. Очень и очень грустно. Ну ничего, сейчас поменяем. После этой гоночки прям 5. Куда я заехал, ребята? Это, так вот эта ловушка уже вроде как не первый раз я на ее этот подловился. Вроде уже еще был какой-то момент, когда я туда заехал. В прошлой серии, если не ошибаюсь, да, как раз. А это прям ловушка дикая. Дикая ловушка. Блин, прикольная тачка, мне нравится. Но вот этот... Да-да-да, мне надо было вот этот объем, походу, вот как раз лишний. Хотя, возможно, и прям и то. Я вот сейчас думаю, какой взять. Мне... Этот, который такой больше пообъемнее, или который без этого объема, а такой больше обычный. Вот я вот думаю, ребят... За 5000 или за 7500, который. Как будто за 5000 прикольное все так и будет. Хотя, опять же, я первый хотел за 7500. Ну, первый хотел вообще вот этот, но он, видите, обагана немножко. И с этой белой полоской мне вообще оно... Да, придется брать, наверное, за 5000 попробовать делать не таким объемным. Если и так не понравится, ребята, тогда продадим. А, точнее, поменяем. Еще раз поменяем, ничего страшного. Ничего страшного. В любом случае у нас потом будет Porsche, на который я надеюсь, то, что я выиграю. Уже я надеюсь. То есть нам надо будет выбирать посередине и справа. Porsche выберем, ну, 90% шансов. То, что он снова слева будет, ну, это уже, не знаю, маловероятно. Так. Что я хочу? Что я хочу, это выехать в этот. Меняем на такой объемный. Этот и без этой полоски белой. И без этой белой полоски. Или он так должна быть, возможно. Ну, типа, это так... Возможно, так, ну, так нужно, чтобы было. Но это... Нет, ну, это такое уродство, ребята, извините, конечно.
Но это полоска белая. Все, выбираю вот этот за 5000. Подождите, со сколько? Почему-то даже подешевле. Подождите, я не тот выбрал, да? Вот этот. Вот этот слишком как будто объемный, возможно, тоже не понравится. Вот этот вроде как... Подождите, я выбрал его, да? Да, вот этот. Вот этот вроде как не такой объемный и вроде как прикольный. Подождите, покажите мне этот. Что это? Посмотрите. Нет, 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 нет. Посмотрите, что вот это. Вот это что? Спустите мышь. Вот моя мышь. Вот, ребят, если вы сверху видите мышь, вот я навожусь вот сюда, вот. Вот машина, смотрите, вот, вот это место. Что это? Видите? Просто какая-то... Что это так должно быть? Ребят, ну можно как-то это убрать? Что с этим тюнингом? Итак, сколько этот стоит? Не хватает денег, да? Давайте этот выберем тогда. У тебя недостаточно, да? А, да, мне не хватает... $700, ребят, мне не хватает. Сейчас. Как убрать? Удалить. Сейчас мы еще раз вернемся. Едем еще раз на гонку, сейчас мы вернемся. Возьмем все-таки тот. Так, какая-то штучка эта, вот она мне прям... Не знаю. Не знаю даже, какую гонку тут пойти. Давайте, секунду, истребитель попробуем. Попробуем истребитель, посмотрим. Какая у нас по скорости? Справится ли? А вот, подождите, здесь тоже такая есть или нет? Да, здесь тоже она есть. Вы видите, она тоже тут есть. Сейчас. Вон она, вон тут, ладно, так незаметно. Вон они тоже есть. Я сейчас буду тут поворачивать. Смотрите, машинку вон, 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 справа. И вон, вон, слева тоже такая штука есть. О, нет, подождите. Я выбрал какой-то тоже такой себе. Что это такое? О, Porsche, кстати. Ничего, мы тоже скоро будем на Porsche гонять. Хотя какие-то они медленные. Я пока тут... Смотрел на этот кузов этот. Оп. И то они даже оторваться не смогли. Хотя, может, и неплохие. Потому что я тоже сейчас их догнать не могу. Куда ты врезаешься в меня? Оп. Немножко в стену въехал, зато скорость попробовал максимально набрать. Я пожертвовал этим ударом. Пожертвовал машины, ребят, ради скорости. 60% уже гонки. Да куда? Почему они мне все врезаются? Оп. Я пока что... Ой-ой-ой, стой. Пока что я вроде как первый, но... Вот тут тип, если сейчас он проедет первым, в принципе, гонку... Он сможет попробовать даже оторваться от меня. А это мне такое не нужно. Куда ты вы? О, все, ребят. А я проиграл эту гонку. Кто не понял, я проиграл эту гонку. Пощите или нет? Да, я проиграл эту гонку, походу. А, просто чё, как этот тип просто выехал на дорогу. Боже, какой он дал. Просто... И все, погнали просто. Сейчас быстренько их выиграем. Просто какой-то идет, выехал на дорогу. Куда ты видишь, типы едут. Сейчас я им не отдам эту гонку. Никаким образом. Сейчас я им эту гонку никаким образом не отдам. Да сейчас они и лучше едут, как будто. Ну, сейчас, кстати, вот этот поворот лучше вошел. В стенку-то не ударился, я просто по прямой. Так, я сейчас опять же сосредоточен. Не хочется еще раз переигрывать эту гонку. Я почти победил. По факту, реально, вот тип просто мне заруинил, который на дорогу вылез. 240. Блин, как мне нравится эта машина. Она очень красивая тоже, очень красивая. Стой, 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 стой. Просто вот реально вот эта белая эта полоса.
белая эта полоска, блин, блин. На заднем бампере она прям лишняя. Ну вот и все. Вместе еще так проехали. Так вот, теперь едем менять. Сколько я денег просто отдаю сейчас на этот? Ну, нужно ту белую полоску убирать, потому что она прям некрасивая, некрасивая. Так, отзыва. Вот он, да, третий. Все. Мы закончили с этой машиной, ребят. Вот. А, кстати, как будто и покрасивее сейчас выглядит. Нету этой белой полоски еще. Просто отличная машина. Все. Идеально, ребят, идеально. Так. Давайте спринт. Погнали. Вообще, какие-то тут короткие гонки. В принципе, как будто они раз были подлиннее раньше, но ладно, ладно. Что-то за Porsche, подожди, другой, да, какой-то? Это не тот, который у босса сейчас. Это 911-й или что? Я не понимаю, но какой-то другой. Не тот, который у босса. Или это кузов такой. Непонятно. Так, ну пока что все хорошо. Блин, как мне нравится теперь вот эта машинка. Да, она, в принципе, мне, опять же, и так уже понравилась. Она прям выглядит неплохо. Прям хороший выбор я сделал, хороший. Хороший выбор сделал. На Мустанг, кстати, денег бы не хватило. На Мустанг бы, походу, денег не хватило. Хотя, возможно, там подешевле тюнинг просто стоит. Но денег на Мустанг вполне, возможно, не хватило бы. Ну, что у нас дальше будет? Сейчас Porsche, на Porsche покатаемся, а там уже потом посмотрим, что буду выбирать я. Возможно, ничего. Возможно, то, что я на Porsche буду дальше кататься. То есть тоже там несколько гонок будем проходить на Porsche, либо... То есть я покатаюсь на Porsche, а потом вернусь вот на эту тачку. Такое тоже может быть, что я захочу просто погонять вот на этой машине. Такое может быть. И тогда придется на этой... Оп, стой, стой, стой. На этой точечке. Потому что она мне пока что нравится, я как будто вот прям бы готов был бы несколько боссов на ней побеждать. Но и хочется на Porsche покататься. И что такой ситуации делать, непонятно. Думаю, то, что да, придется покататься одного босса на Porsche, а потом уже посмотрим. Возможно, вернусь либо на эту тачку, что он тут делает. Вот, либо на Porsche, либо вот на этой буду дальше проходить. Там уже, опять же, будем смотреть, возможно, машину какую-то новую купим. Да чё, вот доказывать что-то буду еще. Тоже они тут мне придумали. Доказывать. Так, сколько? 5 гонок нужно выиграть, я выиграл уже 3. Кстати, давайте пари. Придем. 3 целых. Тут 4, во-первых. Это все будет выполнено, если что, все будет выполнено. Все выполню потом. Мы выполним некоторые на ролике, а потом некоторые, что буду выполнять. Вне записи, но вот это я выполню сейчас. 175. Разогнаться. Поехали. 175, так 175. Стой, куда я поехал? Я подумал, почему-то налево поворот. Все. Перепутал немножко я место. Перепутал. Отлично. Заходим в гараж и еще одно пари. Сразу же еще одно. 185. Это все. Делаю вот эти пари. Но их мы, естественно, выполним. Сразу просто, опять же, мы просто получим сразу рейтинга. Халявного. Очень быстро просто они делаются. Пока у меня первый уровень. Хотя нет, первый уровень. Кстати, надо посмотреть, если... А, мы вот эту точку, кстати, видели.
Мио, будь внимательнее, следи за индексом опасности. Бугонки приведут машин. Так, а что-то? Так, это опять обучение. Боже. Я про вот эту верхнюю штуку, которая показывает, в какой стороне полиция. Так, 225. 225 это... Легко, погнали. Сразу просто разгоняем ее. 225. Подождите, а может и не легко, кстати. Я не знаю, где эта точка. Но нормально, нормально, легко. 145 у нас прямо она стабильно ехала. 147 даже, видите? Кстати, вот что я хотел посмотреть. Пари. Составь купе гоняться за тобой. А, нет, все нету. Чтобы оторваться, потому что пока у нас первый уровень, можно было бы легко оторваться, но нету такого. Так, еще одна гонка, да, можно прям легко выполнить. И вторую уже надо будет с копами попробовать. Так, вот эти, да, с копами у нас. Секундомер и спринт. И кольцо. Либо выбывание. Кстати, выбывание давно как будто вот мы не играли. Смотрите, больше такая карта. Меньше таких поворотов. Но мы тут, видите, не сможем разогнаться. Здесь мы сможем больше разогнаться. Давайте вот эту. Где больше сможем разогнаться. Кстати, я в этой серии даже не успею с купами, возможно, поиграть. Возможно, мы... Я все прям оставлю на следующую серию. И даже дополнительные вот эти гонки. Все вот это вполне возможно останется для следующей серии. Так, мне пришлось немножко отойти. Продолжаем нашу гоночку. Да, наверное, я не успею допройти все миссии, чтобы до босса следующей серии оставить. Зато, наверное, в следующей серии мы будем допройдем как раз остальные миссии и сразу начнем проходить босса. То есть в следующей серии у нас босс, допройдем эти миссии, босс, ну и потом уже после босса еще миссии. Мне кажется, это будет неплохой серией. Так, а в этой серии мы уже купили тачечку, ее затюнили, все сделали, прокачали, победили босса, вот еще гоночки, подготовка, да, к следующему боссу, и в следующей серии, опять же, еще одна подготовка к боссу, еще босс, да, 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 то есть у нас каждая серия по боссу, это вообще пока что прикольно. Стой, 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 не успею развернуться. Вот здесь, возможно, если только. Вот здесь, возможно. Как меня занесло. Какой разворот? Подождите, его три раза придется выполнять. Вот это жестко. Кстати, реально, можете лайк поставить за то, что у нас есть каждой серии по боссу. По факту, сколько у нас тогда? 15 серий будет где-то. Где-то 15 серий. Я думаю, побольше. Мне кажется, чутка больше 15 серий. Потом уже будет подлиннее миссии, возможно, где-то, ну, до 20 серий будет, типа, сюжеточка, потом еще есть эти дополнительные гонки, как они, я забыл, называются, их тоже я хотел бы пройти. Дополнительные гоночки, погоня, или как этот режим называется в НФС-очке, Most Wanted, да? Вроде как, да, погоня, вот. Его тоже можно будет пройти. Но это я не знаю еще сколько серий. Смотря как будем быстро проходить. Мне кажется, по погоне как будто долго придется проходить. Как будто. Там вроде как много этих миссий, зато. Ну посмотрим, посмотрим. В принципе. Я думал то, что мы до всего этого момента даже будем долго доходить. А посмотрите, сколько это, какая пятая или шестая серия. И, ну, прям очень быстро проходится, если честно, Most Wanted. Мы прям очень хорошо идем. Очень хорошо идем. Прямо отлично. Мы большущие молодцы, ребят, молодцы. Как они... Кстати, мы как-то слишком оторвались от противников, пока мы... Пока бы я тут разговаривал. Да, я уже вижу по таймеру то, что... Эту серию придется заканчивать после вот этой гоночки. Реально получается.
В следующей серии мы еще допройдем гоночку. Еще по этим скопами погоняемся, потом босс. Но перед каждой серией пока что босс. И все так, настолько идеально. Кстати, мой любимый трек снова играет. Этот трек я не могу пропустить. Но прям хорош. Стой. Что-то со мной едет. Это Ауди? Или нет? Или мне кажется? Если это Ауди, то что она вообще себе позволяет? Да, это Аудюха, ребят. Это просто... Ой-ой-ой. Аудюха меня погнала, чё? Так, кстати, вот это было бы хорошо, если бы она вылетела. Где-то она затупила, каким-то образом вылетела. Потому что очень, походу, там серьезно. О, серьезный аппарат. Так, затюнить машину, то что она прям не узнали, знаете, ее. Она прям очень хорошо едет. Так, нам бы сейчас самому не... А, нет, мы сами не проиграем. Ну, Аудюха, с тобой придется немножко повозиться. Так, аккуратно, оп. Хорошо. Ну, сзади меня. А, надо че, Аудюха. Лески. Ну, такой уже не как, кстати, как будто был. Лоу-боу. Боже, что за никнейм его, типа. Никнеймы здесь, конечно, классные. Так, ну тут что? Вот тут по прямой. Просто вот по прямой осталось. Ой-ой-ой, он что-то затупил. Он что-то подзатупил немножечко. Но мы... Ай-яй-яй, вот это место. А я вот так сделаю. Оп. Немножко притормозил умом, что вот здесь. Быстренько развернуться и сразу погнать дальше. Пока он там будет разворачиваться... О, слишком быстро развернулся, ребят. Вы видели? Он щитом играет. Это скрипты были сейчас. Это же жесткие скрипты были. Видели, как он развернулся? Это там просто нереально так развернулся. У него скрипт работает, чтобы нас поддерживать, ну, типа, далеко не уезжал от нас. Так нельзя. Так просто нельзя. Ребята, это нечестно. Скрипты работают жесточайшим способом. На таком повороте так развернуться, это я не знаю, что должно произойти. Он даже скорости, как вы поняли, ну, на том повороте не потерял. Он просто развернулся все спокойненько и поехал. Он даже скорости не потерял. Так, все, тут по прямой, просто вот. Вот он на этом повороте, видите, он затормозить ему пришлось, потому что я был рядом. А там просто, я вот начал отрываться и погнал просто. Жестко это было сейчас. Как он на этом повороте. Так. 26%, кстати, прошли. Ничего не готово, смотрите. Но у нас готово 4 миссии, там 3 чуть-чуть прям вот осталось. И босс в следующей серии барон. Будем проходить барона. Вот, ребят, ну а на этом я буду заканчивать. Всем спасибо, кто смотрел. Ставим лайки, подписываемся на канал. Все, ребят, всем спасибо, всем пока. Я что-то забыл, как я там заканчиваю всегда. Все, ребят, всем спасибо, всем пока.